Подпишись на канал BHBTF. Всем привет! Привет-привет! Сегодня у нас будет очередная осенняя поделочка. Маргариточка будет делать осеннее дерево. Уже сделала заготовочку. Это она наметила, чем ты рисовала? Карандашом. Теперь планируешь чем рисовать? Краской. Краской. Давай, рисуй. Итак, наше дерево готово. Прекрасное у тебя дерево получилось. Супер. А теперь у нас будет волшебство. Да? Да? Конечно. У нас будут настоящие листочки на этом дереве. Они рисованные. А для этого я уже подготовила рис. Рис. Да, рис. Вот такой рис. Вот рис. И он у нас прекрасный осенний рис. Вот таких вот осенних цветов. Вот такие вот яркие, красивые краски. Да, то есть нужно красный, взять... Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Нужно взять... как эта краска называется? Гуашь. Гуашь. И покрасить рис. Дальше, чтобы он высох. И немножко ему помочь, чтобы он был рассыпчатый. Приятный. Все, дальше нам нужно клей. Клей. И все. Клей. Да, обычный клей ПВА, только нам еще необходимо, чтобы наш рисуночек немножко подсох. Да. И вот наше дерево высохло. И Маргоша начинает проклеивать клеем ПВА, да? Да. И посыпать рисинками. Мы решили смешать все виды риса, всех цветов в одном блюдце и посыпать. Ну что ж, всем пока-пока! Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. И ставьте лайки. Ставьте лайки, напишите в комментариях, понравилась ли вам Маргаритина осенняя поделочка. После того, как наш клей высох, необходимо струсить лишний рис. А еще по желанию можно дорисовать солнце, птицы, все что угодно. Подпишись на канал BHBTF.